привет! Сегодня мы будем готовить рулеты из баклажан. Это на чередование. Соответственно, для этого нам понадобятся баклажаны. Баклажаны нужно обязательно почистить. Баклажаны почистили. Теперь нужно порезать тоненькими ломтиками. Ломтики примерно 3 мм толщиной. Баклажаны порезали, теперь нужно каждый баклажан посолить. Если вы сомневаетесь в своих баклажанах, оставьте, чтобы выделилась жидкость, если они горькие. У меня они без горечи, поэтому я сразу посолю с двух сторон. И буду выкладывать, у меня здесь силиконовый коврик. Если нет силиконового коврика, можете взять противень, застелить его пергаментной бумагой. И каждый ломтик нужно смазать слегка растительным маслом. Вот буквально капельку. Духовка уже разогрета до 180 градусов. Как Леша говорит, посолили, уложили, смазали. Все, ставлю в духовку, время скажу потом. Баклажаны мы запечем. И потом мы будем начинять кремом. Для этого вот у меня вот такой свежий сыр называется, но это мягкий творог. Это типа Филадельфия. Он не жирный, облегченный, вот такой будет. Вот так он выглядит. Зелень. У меня здесь петрушка и немного укропа. Вы можете использовать кинзу, базилик. Ну, в общем, какие травы вы любите. Помидор. Это мы кусочком туда положим. Ну и приправа. У меня будет черный перец, соль, если понадобится. Это в зависимости от того, соленый у вас творог или нет. И сладкий красный перец. Приправы тоже по вкусу, какие вы любите. Творог перекладываем в миску. Я думаю, будет достаточно. Порежем зелень. Зелень как можно мельче. Зелень добавляем к творогу. Вы можете просто использовать обычный творог. Вот тот, который на завтрак мы едим. И теперь вы сюда по вкусу добавляете все приправы, какие вы хотите. Я иногда говорю очень тихо. Леша мне делает замечания, поэтому иногда у меня голос очень-очень громкий. Красный перец. Так, творог мой не соленый, поэтому я добавлю соли. И все очень хорошо нужно перемешать. Если чеснок, можете на мелкой терочке натереть сюда чеснок. Так, намазка готова. Теперь нужно порезать помидор небольшими дольками. Помидоры берите такие толстокожие, чтобы они не разваливались. Ну и вот примерно вот на каждый кусочек, там по одному, по два кусочка мы положим помидор. Баклажаны запеклись. Ушло у меня в моей духовке при температуре 180 градусов 25 минут. Берем лепесток баклажана, смазываем щедро творожной массой, укладываем несколько помидор, кусочков, и как складываем, как вот мои рулетики делаем. Вот так получается. Всем советую приготовить, это очень вкусно, полезно. Худейте с удовольствием, всем пока!